Часы сверили, немножко глаза в глаза познакомились, еще поближе. Значит, планы, уже намеченные, выполняем, новые строим. Представители международной всероссийской и краевой федерации гребли в кабинете губернатора. Одной из главных лиц встречи Рут Хайселар, специалист по проведению мировых соревнований по марафону. Во многом он решает, пройдут ли в Барнауле чемпионаты мира и Европы. И хотя он впервые в жизни инспектировал спортобъект на снегоходе, гребной канал ему понравился. Канал и база около канала подходят по всем международным требованиям для проведения марафона. Но есть некоторые требования для организации перебежек. Перебежка – это обязательный элемент для марафона на байдарках и каноэ. Один круг спортсмены преодолевают на веслах, а после хватают лодки и бегут на новый круг. Именно по такой дисциплине чемпионаты Европы и мира могут пройти в Барнауле. Для этого потребуется продолжить обустройство канала. Напомним, в начале июня 2021 года в Барнауле – Кубок мира. Поэтому на территории рядом с каналом и базой построят парковки, трибуны, эллипсы для хранения лодок, а также медицинский центр, где представители ВАДА будут брать анализы. Анализы на допинг. И это все не только ради нескольких международных стартов. Мы сегодня разговаривали о том, чтобы сюда привлечь такие соревнования, как спартакиада учащихся. Это комплексное мероприятие по многим видам спорта, которое проводит Министерство спорта Российской Федерации ежегодно в разных субъектах Российской Федерации. А так как гребной канал в Алтайском крае, в Барнауле, сейчас соответствует последним требованиям и Международной Федерации, и Всероссийской Федерации гребного байдарка-каноэ. Это была бы очень хорошая идея провести такие соревнования здесь. Президент Алтайской Федерации гребли Юрий Шамков уверен, что обустроенный канал послужит и жителям города. Как мне представляется, основное наследие, вот то, что в инфраструктуру вкладываются действительно приличные деньги, и краевые власти всю эту историю поддерживают, а в перспективе это в дальнейшем, в моем понимании, должно стать основным таким рекреационной территорией для горожан. Еще предстоит приобрести или взять в аренду до 450 лодок. Официальные заявки на проведение в Барнауле чемпионатов 2023 и 2024 годов федерация уже направила. А мистер Хайселар ждет возможности увидеть канал летом, чтобы уже окончательно благословить столицу Алтайского края. Андрей Дриер, Николай Шилко, «День с толком».